В регионе в конце этой недели стартует убойная кампания. Одними из первых ее начнут сельхозкооперативы «Харп» и «Красный Октябрь». Так, к примеру, «Харп» планирует забить чуть более 3000 северных оленей. Это немного меньше, чем в прошлом году. Ценное мясо СПК направят на продажу Наринмарскому мясокомбинату, детским учреждениям и местному населению. К тому же «Харп» уже определился с ценами на оленьи туши. За килограмм мяса покупателю придется отдать 230 рублей. В остальных хозяйствах убойная кампания стартует на несколько недель позже, примерно с середины ноября. Об этом сообщает региональное управление агропромышленного комплекса и торговли. Всего в планах на предстоящую кампанию получить 910 тонн оленины. Для сравнения, в прошлом сезоне было получено 980 тонн мяса. До 1 февраля следующего года на убой должны сдать 31 тысячу голов рогатого животного. Это цифра без учета частных хозяйств. Что сказать, в компании мы сильно в одном пункте закончили строительство сарая. Я в Халивере барабан для засолки шкур. Сейчас специалисты перебросили нижнюю кошку тоже